Талант не купишь, но за него можно получить вознаграждение. В среду у Ивановой поощрили музыкально одаренных детей. Награждение за успехи в области культуры проводится в городе уже 6 лет. За это время его лауреатами стали 60 юных музыкантов, имена большинства из которых теперь звучат на всю страну. На этот раз награды нашли 9 героев – талантливых воспитанников музыкальных школ в возрасте от 12 до 17 лет. Деньги, которые выделяются сегодня на развитие наших муниципальных учреждений культуры, увеличиваются с каждым годом. Это наша принципиальная позиция. И, конечно же, профессиональные специалисты определяют лучших из лучших. Это тоже мера социальной поддержки, мера стимулирования творческих одаренных детей. Ну и, конечно, мы сегодня хотим сказать слова благодарности всем работникам культуры, которые воспитывают таких талантливых детей.